Половина нетрезвых водителей, которых задерживает областная полиция, приходится на Одессу. Эти цифры озвучили сами копы после месячника безопасности дорожного движения, который проводился с 12 августа по 12 сентября. Что касается фактов управления в нетрезвом состоянии, 868 фактов. Половина в городе, половина в области. Вы себе представляете, какое количество людей до сих пор, будем так говорить, мягко, очень наплевательски относятся к себе, очень наплевательски относятся к людям, которые являются точно такими же участниками движения. При этом количество ДТП уменьшилось, отметил замначальника главка. Всего за месяц по области было зарегистрировано около 12 тысяч нарушений ПДД. В частности, выросло количество штрафников среди мотоциклистов. Вскоре руководство региональной полиции обещает дать пресс-конференцию с более точным анализом ситуации. В том числе копы расскажут о статистике наказаний пьяных водителей.